почему набухает грудь перед месячными. Увеличение объема груди считается довольно распространенным явлением, которое сопровождает протекание месячных. Посторонний человек вряд ли заметит в этот непростой период, что у девушки набухла грудь, так как этот процесс происходит в индивидуальном порядке, и не всегда заметен. Если пробовать набухшую грудь на ощупь, то можно сразу заметить увеличение ее размеров, местами можно обнаружить твердые комки, но это не повод для волнений. Набухание груди происходит из-за изменения баланса важных гормонов. Как правило, самые неприятные ощущения в области груди происходят во второй части менструального цикла. Это обуславливается тем, что большой приток крови подходит к молочным железам, тем самым увеличивая их восприимчивость к другим возникающим факторам. Перед месячными грудь тоже может болеть. Это может происходить из-за ранней беременности, из-за нарушения сочетания гормонов в организме, или из-за возникновения проблем в области функционирования яичников. Как правило, отек груди не продолжается после завершения месячного цикла, и грудь возвращается к своим прежним размерам. Если этого не произошло, стоит незамедлительно обратиться к врачу.